Военнослужащие Полоцкого гарнизона присоединились к республиканской благотворительной акции «Наши дети». Представители 377-го гвардейского зенитного ракетного полка и 276-го отдельного батальона охраны и обслуживания посетили социально-педагогический центр Новополоцка в канун Рождества и подарили маленьким воспитанникам приюта рождественскую сказку. Традиционная акция «От всей души» в преддверии Рождества прошла в Полоцком коллегиуме для ветеранов педагогического труда. По программе вечера прошла экскурсия по залам коллегиума, были представлены музыкальные номера от студентов вуза и создана атмосфера волшебного праздника. 3 января учащиеся Новополоцкой базовой школы номер 10 отправились в путешествие по новогодней планете. Библиотекари Центральной библиотеки имени Маяковского рассказали детям о том, как отмечают Новый год в разных странах Европы. Ребята отгадывали загадки, отвечали на вопросы и играли в разные подвижные игры. А в конце новогоднего путешествия ребят ждал мешок с предсказаниями, из которого они вытягивали различные предметы и слушали, что их ожидает в новом году.